пятой серии сериала «Мосгаз. Последнее дело майора Черкасова». Черкасов узнает о новом убийстве и выдвигается с Ковалевым по адресу. На этот раз убитым оказывается бывший военный Артюхов. Ковалев сомневается, что убийца в одиночку мог справиться с таким человеком. Также на место преступления приезжает Лебедев, но умалчивает от Ивана Петровича информацию о побеге в Вихрово. Лебедев узнает, что сбежавший преступник годами ни с кем не разговаривал, только с Ермоловой. Он едет поговорить с ней, и Мария притворяется, что не знает о побеге в Вихрово. Тогда он напоминает ей о расписке, а не разглашение, и уходит. Сам же выставляет за ней круглосуточное наблюдение. Посмотрите очередную серию вы сможете 20 ноября на Первом канале. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.